Сочинка Алина Саакян записала песню под названием «Море». Композиция уже стала популярной, вышли и ремиксы на нее. Алина не стала останавливаться и сняла клип на эту песню. Съемки проходили на острове Бали. Для работы над этим клипом была приглашена одна из лучших съемочных команд в России. Успех первой композиции вдохновил Алину Саакян на продолжение певческой карьеры. Сейчас она готовит новую песню и новый клип. Уже известно, что его съемки пройдут в Сочи.